Антимайдан YouTube. После Дома профсоюза Одесса решил поехать сюда. Вот. Приехал из Риги, уже полгода тут. Тоже можешь что-нибудь сказать? Я лично с 15-го района приехал отстаивать свою землю. Не лезла эта помень. Чтобы война не была, Третья мировая. А здесь, чтобы никого не убивали. Как думаешь? А откуда быть... приехал? Словакия. Тут бульбулятор стоит. Бульбулятор, что они наркоманы. А где бульбулятор? Это вот бульбулятор. Вот так воюют укропы. Вот это херня. Да, да. Зачистили весь старый терминал. Ну не знаю, может быть в подвале еще есть. Укропы или кто там. Там жмурик есть один. А так все хорошо. Маме, папе привет передаю. А грязь тебя тоже хотели, короче, забрать и легну. Так веревочки тянули, поделили, как начали по нему терять. Сейчас, тут очень много интересных надписей, вплоть до номеров телефона. Смотрите, здорово. Держите, держите, все, растяните, ребята. Ну вот видишь, какие крупные планчики. Такие вещички, блядь, делаем. Да. Вот, скинхед, все дела. Номера телефонов. Разведка. Хотят, чтобы мы сдались, как репортер дурак. Когда мы все забрали, там, блядь, было по-моему. Дядя лучше предали, застрелить. Ну, этот ящик был, да, эти американские гранаты. Ну, вот эти что, блядь, чеченские, на которые, блядь. Ну, я боюсь. Да, что, я их кидал, ты что? Там этот охреневал пулеметчик. Ага. Смотрим, где хранят группы противники своих боевых товарищей. Там где один, там целая захарагигия. Дышать не очень приятно. Во! Бомбу не надо. Что стреляет-то? А у группы бегут, кого? Они уже хотят сдать. Пацаны! Гранат! Да вас забудут! А? Не знаю. Да вас забудете! Надо с ними поговорить. Ребята! Я командир подразделения! Да вас забудете! Оу! Тишина! Что он говорит? Матч был там. Они там есть тоже вход. Мы кидали туда, откуда. Иваныч, смотри, как, если как? Слышишь, тут в подвале укропы. Пытаюсь заставить их сдаться. Ну что, там есть? Нет. Не знаю. А? Я две муки целые нашел. 18, блядь. Ну какой нахуй вообще, вот это, блядь, не трогай, даже. Мы их не боем, а там быка, по-моему, смешок. 545 и на пулемет. Братан. Ты че, тихо. Пацаны, жизнь гарантирую, заходите. Я командир роты под батальон Аспаса. Поторова. Приходите, жизнь гарантирую. В противном случае дальше будем забрасывать шашками и гранатами. Давай. Все, дымовуху давайте. Вот они, дымовухи. Давай. Открывай. Держи, не подходи. Все. Открывай. Все, это открыто у тебя. Все, это просрало, короче. Так, это говно уже. Это все наше, я сюда никого не пущу. Второго это два. На. Давай. Не, практически. Кюшанинский, да, тут поем? Да. Он просроченный весь прогрызли. Дата изготовления 13 октября.
Это хороший. Старый терминал полностью новый. Подвал весь разрушен. Я, в принципе, знаю, где этот подвал. Где выходы, я тоже знаю. Нахера? Там никого нету. Надо на первый этаж. Солдаты севера. Я там на третьем, кстати, бросил такой же. Исполнить все приказы безупречно. Солдаты севера. За взводом взвод. Все как один шаг готовы вечно. Вот так, Спарта. Ревнивая крылатых свастик. В полярном небе полыхает розана. Ворлы огурнее открыты настежь. Исходил путь наверх тропой подозной. Все, говори что-нибудь. Да-да-да. Да говорите, это самый главный трофей, это лучше любого быка. Украинская сава. В холодные времена это лучшие, самая лучшая быка. Они украсили, значит они просто тупо трусы. Настоящие, как вы, сало не бросают.